Возможно, где-то дали себе расслабиться, зная, что уже попадаем в плей-офф. Но это непозволительно. Не было должного желания, энергии, в первую очередь, в защите. Забиваем хорошо уже третий матч подряд, но пропускаем также в районе 100 очков. За половину сегодня пропустили 50. Какие-то мелкие корректировки удалось внести в половине и выиграть эту игру. Всегда приятно забивать очки, но это не только моя заслуга, это также заслуга всей команды, всего тренерского штаба, которые дают мне возможности, дают завершать атаки, уверены во мне, и также я набираю уверенности в себе. И рад приносить пользу команде в любых составляющих очках, передачах, подборах, агрессивной защите. Защита была очень плохая, взаимодействие не было в защите, в атаке, тогда, але это все понятно, этих шесть игроков, которые тренируются с первой командой, первый раз через 5-6 дней пришли сегодня утром на тренировку, играли Лобарев, этот первый раз играл со 5 игроков здесь, тогда, але окей, это все нормально у нас, так работаем с начала сезона. Конечно, Ревда есть фаворит, там играют. Мы выиграли там последнюю игру. Они очень хорошие русские игроки. Мать, я думаю, 15 игроков и ротируют. Все опытные, все хорошие. Сейчас проиграли кубок и, конечно, для них это шанс делать что больше в чемпионату. Для нас сейчас, я думаю, это все хорошо, шестое место. Я буду стараться как тренер, да, каждую следующую игру играем на нашем максимуме. Обкрадывает Герасименко. И алиуп на Евсеева заходит. Классное настроение парней. Помню, как сейчас, да, классная передача общиты и классное празднование в футбольном стиле. Все порадовались, все зарядились эмоциями. Такие моменты в играх нужны, чтобы команда взбодрилась, почувствовала уверенность. Москва? ЦСКА. Лучшие! Молодцы! Володя! Ты лучший!